Добрый день, сейчас небольшой такой лайфхак. Вот есть у меня вот такие разные насадки, ВДЛ, щетки. Вот, а бывает нужна ручная щетка в руку, а если ее нету, то мы можем взять вот такую насадку, допустим. Если вот они потолще бывают, диаметр, а бывает потоньше, потолще можно вот взять и зажать вот. Надо было взять нормальную отвертку, я что-то. Мне сказали, это ключ от пулемета Дегтярева. Ну, допустим. Вот. Все, и вот мы можем вполне что-то. Тот же ключ. То есть, конечно, щетка вот эта железная лучше, но, допустим, нету, ехать покупать, там понадобилось что-то почистить, не всегда охота там дрель включать, ну, надо зажать быть. Либо можно воспользоваться, вот взять патрон. Вот у меня с конусом, ну, можно просто без конуса, маленький патрончик, он получается как рукоятка. Можем так щеркать, можем вот так. Я просто большой взял для демонстрации. Соответственно, может быть такая зажата. Что рукоятки тоже может не быть. Так, сейчас. Вот, чик. Патрончик. И все, вот и мы. Можем. Ну, когда какая-то такая вот работа, что не надо, что, допустим, ДДЛ бывает, можно испортить. Это сильно большие, ну, обороты, там еще что-то бывает. Надо именно вручную, несколько раз шоркнуть. Такой небольшой. Открытие. Сейчас просто понадобилось. Я вот так, и оно неплохо получилось. Вот без этого конуса даже так вот взять. Вот, вот, вот. Можно просто вот взял и пошел. Но так держать неудобно. Если вот патрончик, то уже есть упор. Можем мы создать давление. Вот, благодарю за внимание. Всего доброго.